Недавно археологи в Египте обнаружили коллекцию артефактов, в том числе несколько неизвестных монет. Они не были упомянуты в исторических записях, что удивило археологов. Что еще более поразило, так это изображение космических кораблей и инопланетян на монетах. Некоторые люди считают, что это доказательство посещения Земли инопланетянами, и даже утверждают, что пирамиды были построены ими. Археологи считают, что на древних монетах есть изображения инопланетян, но это не означает, что они посещали Землю и строили пирамиды. Анализ монет показывает, что они, вероятно, использовались в древнеегипетской цивилизации тысячи лет назад. Изображенные узоры, возможно, лишь способ людей выразить существование и желание, так же, как в Древнем Китае люди мечтали о полетах и изображали это на стенах дворцов. Другая теория гласит, что в средние века в Европе религиозные верующие печатали поддельные монеты с символами их веры без номинала. Рисунки на монетах все еще загадочны, поэтому некоторые думают, что это может быть валюта инопланетян. Вероятность такого мала, но назначение и дизайн этих древних монет все еще не разгаданы. В более таинственном смысле, возможно, древние люди видели НЛО и считали его божеством, создавая такие монеты. Несомненно, что эти монеты теперь стоят дороже. Гипотеза, выдвинутая научными энтузиастами, что древнеегипетские пирамиды были построены инопланетянами, не может быть полностью отброшена. Ведь древний Египет представляет собой длительную, мудрую и таинственную цивилизацию, обладающую множеством легенд. Сколько тайн еще скрыто в этих цивилизациях, мы узнаем только когда ученые их исследуют. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.